Восьмиклассник Айдар с удовольствием принял участие в профориентационном мастер-классе, чтобы подтвердить свои стремления. Ведь со своей будущей профессией он уже определился. Планирует работать в сфере информационных технологий, потому что любит компьютеры. Чтобы добиться своей цели, записался на дополнительные курсы по информатике. Там мы проходим различные уроки. Нас там учат на компьютерах там работать. И в конце 9 класса мы получим аттестат. Мастер-класс в формате арт-техник, когда подростки определяют свои навыки и способности через различные творческие задания, стал частью большой серии встреч на тему профориентации в молодежном центре «Самарский». Регулярно в учреждении проводят мастер-классы, семинары, лекции и диалоги с экспертами, чтобы помочь молодым людям определиться со своей будущей профессией. В настоящее время к теме профориентации молодежь и родители подходят очень осознанно, и это хорошо и здорово, да, и стараются в любом случае воспользоваться, скажем так, такой возможностью, поучаствовать, да, и в мастер-классах, и в тренингах, и прийти на профконсультацию. В молодежном центре не только проводят разъяснительную работу, но еще и помогают подросткам в трудоустройстве. Летом более 3000 школьников смогли найти себе работу. Сейчас более 300 учеников от 14 до 17 лет подрабатывают в свободное от учебы время. В первую очередь трудоустраивают тех юношей и девушек, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Подростки работают 14-15 лет 2,5 часа в день, в пятницу 2 часа, 16-17 лет 3,5 часа в день, субботу, воскресенье, выходной. Напомню, что это легкие виды работ, помощник специалиста, уборщик территории, подсобный рабочий. Большая информационная работа на тему профориентации, причем не только для школьников, но и для молодежи до 35 лет, в центре продолжится. Анонсы всех предстоящих мероприятий можно найти на страницах центра в социальных сетях. Специалисты просят записываться заранее, чтобы в случае необходимости можно было организовать дополнительные встречи. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.